Ну вот, да, вроде бы и... Созрел компьютер на то, чтобы выдавать нам цифры. Не всегда такое бывает. Маню Женобили делает передачу. Яо Мин вылавливает. Шейна Батье при помощи заслона. Сам получает мяч. Выбивает Блэр. Блэр очень активен, агрессивен. Смотрите, в какой низкой стойке работает. Это не следствие. Луис Кола пролетает мимо мяча, который вдруг решил второй раз удариться об тушку. Тоже. Мне казалось, что он прибег к какой-то кардинальной кадровой перемене в своей команде. Нет, потихонечку так вливает новых игроков. Разбавляет тот заплесневелый коктейль, который как-то вот неожиданно совершенно... Кто его знает? Кому бы досталось серебро. Работаем в московской студии Михаил Решетов. Еще раз добрый вечер. Мы проведем прямой репортаж о предсезонном матче между Хьюстон Рокетс и Сан-Антонио Сперс. 11-9. Шпоры впереди, но Хьюстон чуть подтянулся. Понятно, что вот этот старт, который взяли Сан-Антонио Сперс буквально с места в карьер, громадная скорость, его надо как-то пролонгировать. Скорость нужно сохранить. А поскольку нет оптимальной физической формы и не скоро еще будет, то сбитое дыхание на первых минутах, оно сказывается тут же и на проценте игры, и в целом на ее качестве. На проценте попаданий, на качестве игры. Маню Женобили. Ну, у Маркина так опекает, что это дает перед преимуществом подвижности. А вот еще раз Блэр. Вы посмотрите, как работает руками. И перед... Новозеландец. Паркер. Ричард Джефферсон помогает Тиму Данкану. Паркер загнал всех в угол. Отличная передача на Джефферсона, который успел перебежать на правый фланг. Маню Женобили показывает, что готов. Получает передачу, но не заряжает. Все хотят загрузить Данкана. Да ему и так по ходу регулярки достается. Джефферсон играет на Блэра и удар сверху. А вот это вот трейдмарк. Это не Рик Джуниор Адельман, абсолютно точно. Не сын главного тренера. Вполне вероятно, что это Паркер. Какая интересная передача на Ричарда Джефферсона. Задача того, по сути, поскольку он штат Ури. Всего ничего, 185 сантиметров. Опа. А Джордж Хилл только вышел. И один играет в Хьюстоне. Тот, который Джордан, а Сперс, ну это понятно. А у Тони Паркера. Очень неплохо. Сейчас хитро было сыграно на паузе.